Доброе утро, дорогие телезрители! И сегодняшняя тема – капуста. Посмотрите, середина августа, уже готовы к съему «Слава» и «Калибас». «Калибас» необыкновенная, посмотрите, и по форме, и по цвету. Это капуста по содержанию витамина С и антоциана. Помните, да, фиолетовая картошка? В ней очень много, это очень полезно. Кроме того, она очень сочная и очень сладкая. Причем и хранится она достаточно хорошо. 4 месяца точно будет храниться. Она позднеспелая. Зачем я все это говорю? Это слава. С этой капустой знакомы многие. Вилок на самом деле небольшой, но удержать его на одной руке трудно. Я смотрю, что некоторые огородники старательно убирают листья. Убирают так, чтобы оставить верхние и убрать все нижние. Наивные люди. Вы зачем это делаете? Ведь я подозреваю, в чем причина. Посеяв капусту, как вы привыкли, в конце апреля, начале мая, вы ждете даже от средней капусты хорошего урожая. Вряд ли это произойдет. Если капусту и надо как-то ободрать, то я сейчас покажу, какие листья. Вот это листья сняты с того вилка славы. Это зеленая фабрика, которая и образует клетки для уплотнения вот листьев новых для вилка. И посмотрите, только внизу у нее находится лист, который очень легко отрывается. То есть он практически почти сам оторвался. И то здесь есть зеленые клетки. Не делайте вы этого. Не трогайте вы ее, пока самые низкие положительные температуры не наступят. Это плюс 2, плюс 5 максимум, когда можно удалять листья. А пока оставьте ее в покое, если вы хотите иметь полноценные, плотные, сочные и сладкие вилки. Всего вам доброго и до свидания.